В Армавире в торжественной обстановке открыли мемориальную доску начальнику армавирской конторы связи, депутату городского совета, мастеру связи СССР Леонтию Газазяну. Доблестный труд Леонтия Вагановича подтверждают правительственные и региональные награды. Орден Трудового Красного Знамени, знак почета, медаль за доблестный труд. Сегодня память о нашем земляке Леонтии Вагановиче Газазяне в Армавире открывается мемориальная доска, как дань уважения и яркое напоминание о его огромном вкладе в развитие города. Решение о создании доски депутаты Армавирской городской думы приняли единогласно. Табличку решено было разместить на фасаде здания по улице Ленина, 91. Леонтий Ваганович с 17 лет работал телеграфистом в Армавирском городском узле связи. Вы знаете, история, она состоит из событий, череды событий, за которыми конкретно же стоят конкретные люди. И вот таким человеком является Леонтий Ваганович. Мы не перестаем все удивляться, поражаться тому примеру, который в свое время сделали наши прадедушки, сделали наши прабабушки, жители города Армавира. Действительно, у него очень такая уникальная, очень сложная судьба. Он выдающийся человек. Вместе с другими жителями города Армавира в тяжелейшее время после Великой Отечественной войны они приложили очень много усилий для того, чтобы не только восстановить, а заново отстроить город Армавир. Леонтий Газазян внес существенный вклад в развитие отрасли. Под его руководством были восстановлены разрушенные войной здания почты, телеграфа, производственные помещения. Введены в строй городская телефонная связь, городская станция, многоквартирный жилой дом для связистов. Когда читаешь биографию, судьбу этого человека, удивляешься, как сложно, как тяжело. Это тяжелейшие 30-е годы, когда молодая страна создавалась, потом полностью разрушенный Армавир, который один из самых разрушенных городов Кубани. 20 центр полностью был уничтожен. Да, это эти люди все это создали, восстановили, заложили фундамент для будущего нашего города. Вот, знаете, там Пушкин не рукотворный себе памятник создал, а это рукотворные памятники, потому что люди труда. Леонтий Ваганович постоянно стремился к новаторству. Использовал в работе новейшее оборудование и передовые технологии. Благодаря этому в 1958 году в Армавире впервые в СССР был введен в эксплуатацию городской телецентр. Сегодня знаковый день для города нашего. Почему? Потому что это нужна история. Это нужно нам всем, армавирцам, потому что вот такие события, вот такие, это говорит установка мемориальной доски, это говорит о том, что мы любим свой город, у нас есть память, мы ее чтим. Леонтий Газазян был активным общественным деятелем. Его поступки являются примером для всех армавирцев. Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».